Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть с Байна на Вазик Afterbirth Plus. Обычное прохождение, вот сейчас будем Каином пытаться пройти. Каином же? Одноглазый, да, Каин. Нарерулил я, что первый артефакт вот это, SMB Fun, это повышение здоровья, повышение на одно сердечко. Также повышение дамага, ну и вон там была куча всего повышено. Что неплохо. Между прочим, у этого персонажа, по-моему, дамаг и так самый большой. Не считая, конечно, удара серы. Этого, как его, зазелья. Больше, чем 3,5, там что-то 4,2 или что-то такое вот. Что в целом же неплохо. Плюс еще вот это. Плюс еще одно красное сердечко вот просто сначала получили. Уже ж хорошо. Но осталась мелочь. Полет. Супер... убивающий какой-нибудь скилл, и все. Так, вот, не надо, мух, спасибо, больше не надо. Еще бомбу дали, вот, за бомбу было бы хорошо, спасибо. Нет, вот тебе золотой ключик, можешь зайти в магазин, посмотреть, почем бомба, и купить ее, во как. Ага, ну хорошо. Бомбы нет, отличный магазин. Больше таких магазинов не надо. Нет, ну может бомба вот там вот? Мы как-то долго на этом уровне уже задержались. Лучше не бегать туда-сюда. Серьезно? За это бомбу дают? Боюсь, что за это бомбы не будет. Так, разваливается на 2, на 2, на 2. На 8, что ли, штук? 2 в третьей степени. Так проблема в том, что если бы сразу развалилось, это одно. Так оно разваливается по частям, и эти части тоже надо дамажить. То есть, по сути, получается 1, 2, 4 и 8. Итого 12, 15. Вот она бомба, но это не та бомба, которую мы ищем. Обидка. Ладно. Обидно, конечно, но ладно. Что поделаешь-то? Ну, наверное, сюда. Тут-то уж дадут бомбу. Ой, да, тут дадут бомбу. Ну, судя по всему, как раз сюда же и босс будет. Да, дали бомбу, но это не та бомба. Опять не та бомба. Хватит уже давать не... Дайте те бомбы, которые надо. Ой, они там сгорели? Сами? Сами с усами, ну спасибо. Точно не бомба. И какая опасная штука, она скользкая. Вот сейчас персонаж чуть не попал прямо в костер, что совсем было нехорошо. Вот тебе еще один камень с крестиком. А бомбы будут? Отдайте бомбу. Ну хотя бы одну. Да ладно. Что-то, извиняюсь. Что-то першит в горле. Но что-то не то опять. Берем, наверное, карту фулл. И валим отсюда. Из-за вот этого тоже бомбу не дадут. Дадут просто орбиталочку. Наверное, это будет Ball of Bandages. Нет, хорошо, конечно. Защитная орбиталка нужна. Но там два камня с крестиком просто пропали. Без бомбы. Обидно. Ну и ладно. Одно, конечно, бы и дамага бы побольше. А то как-то маловато. Что-то как-то кашлять охота. Эй! Ну да, просто орбиталка. И ничего больше. Ну раз ничего больше, пошли дальше. 3 минуты было. 47. Слегка перебор. И какой ужас тут творится-то. И взорвется же! Что я мог сделать, если он взорвался бы? Оббежать его, скорее всего, не получилось бы никак. Ну и тут тупичок. Ну почти. Зато 5 ключей. Хватит на все комнаты с артефактами. И даже на магазин. Ой. Ой-ой-ой. Еще один ключик. Ой, вот эта вещь хорошая. Что-что, а эта вещь хорошая. Ну что, не ждали? Привет. Теперь-то вы у нас получите свое хороших. Где ваши боссы? Доставайте сюда боссов.
Между тем как раз магазин. Глянем, что в магазине, может что-то полезное. Вот еще и бомба. Ну, я даже не знаю, возьмем эту штуку, как только мы наберем еще 3 монетки. Вот мы их еще не набрали. Тут где-то были фекалии, может в них есть монетки. Еще нет это. Непорядок. А че бомбы-то нету? Я же подбирал бомбу. Это мне показалось, что ее подобрал? Или я ее где-то использовал? Я ее... Что я с ней сделал-то? А где бомба-то? А вот бомба. Понял, все, спасибо. Ну тут понятно, одну бомбу используем, чтобы вот это все взорвать. Ой, вот еще бомба. Наконец-то бомбы зачастили туда, тогда, когда нужно. Еще бомба. Больше бомб. Золотой сундук, и в нем мешочек с неведомой ерундой. Неведомая ерунда. Пригодится всегда. Ну и больше ничего нет. Ну ладно, пошли уже бить босса. А чё босса? Подождите, подождите. Мы еще должны взять кое-что в магазине. Наверное, вот это все-таки. Теперь бы еще напробил какой-нибудь классный артефакт, чтобы он что-то производил просто невероятных количеств. Будет это делать в 2 раза больше. Ой-ой-ой-ой. Привет. Да, и все-таки дамаг надо бы тоже как бы все-таки повысить. Хотя он сейчас неплох. Но надо больше. А то вот такая ерунда придет. Сколько раз он делает слайд? 3. 2 раза. Вот тут пойди пойми, то ли он слайд делает, то ли он делает свои дела нехорошие. Да ладно, за дело-то? За что за дело-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть так чуть-чуть свободен. И вот еще тебе тиршот спита, больше слезок, быстрее стреляет, хорошо. И внезапно ножичек. Вот его бы надо взять и взять. И мы его возьмем. Это еще одна защитная орбиталка. По сути, еще бы одну. И считай, у нас полная защита будет. Считаем. Так, 7 минут. Это что у нас было? Это у нас был 2-й уровень. Надо побыстрее до 10 дойти побыстрее. Ну, хорошо, взорвем. Опять мешочек. На этот раз с монетками. Карта мира. Покажи нам мир, карта мира. Проклятие. Что ж такое? Как я... Чё ж я сразу не глянул-то, что проклятие? Которое все это заблокировало. Прелестно же. Так, кто у нас еще? Еще зомби. Больше зомби, богу зомби. Ну такое вот. Зато дали 2 серых сердечка, и это ведь неплохо. Теперь у нас, видите, 2 красных, 2 серых. Не у нас, у персонажа. И 2 черных. Такая вот, как бы, гармония, двойная гармония. Ой-ой-ой-ой. Как же они так любят ложить эти бомбы просто вот на самые шипы. В самые что ни на есть шипы наложили. И вот такое. Ничего нет? Зря потратил карту. Вот обидно же. Ну, если, конечно, не найдется случайно вдруг руна Дагаз. Или, скажем, что еще может? Черная свеча может попасться. Ой, оно взорвалось. Ну что не говори, дамаг сейчас отличный. Что дзинкнуло, дзинкнула монетка. Окей, что тут? Портал. 2 штуки. Ну все бы хорошо, если бы вот можно было к этому порталу подойти и сразу его вырубить. Получилось разобраться со всеми его порождениями. А что нам так часто выпадают серые сердечки? Я не против. Я только за. Слушай, да ладно. Хватит порталы уже эти. И все из них лезет такая нечисть, которую попробуй еще забей. Все вот эти вот летучие толстые мыши. Началось.
такое? Что тут вообще не так должно быть? Ой, чуть не попало, но не попало. Да ладно! Он еще их и блокирует. Что дают-то? Где все эти артефакты наши? Где наш чудесный артефакт на пробел, которого мы до сих пор не получили? Ключик. Ну, больше ключей, я не против. Вот он, артефакт сейчас будет на пробел. Что-нибудь вообще дадут-то? Ты как? Хотят по морде дать. Это у них... И у них даже это может неплохо получиться. А, что это такое? Это же у нас пироманьяк. Вещь-то классная. Если будет какой-нибудь взрывной выстрел. Но будет ли он? Так, мы не успеваем на бусраж такими темпами. Успели бы, если бы не это гадкое проклятие. И не потратил карту вот так глупо. Ой, хорошо. Это же лошадка. И нам дадут на пробел лошадку. Вот сейчас это было что такое? Теперь-то есть полет. И ненужную ерунду мы брать просто не будем. Это ненужная ерунда. Еще бы одну орбиталку, летающую какую-нибудь защитную. Ну, муху. Так ведь нету. Так. Понеслась. Ой, да, конечно. Че ты там стреляешь? Забудь. Отпусти и забудь. Эть. Как хорошо-то сердечки падают просто тоннами. Если бы еще правильный путь находить, а не блуждать по всем этим комнатам. Вот знал бы, что тут тупик. Ну, шел бы я сюда. Да нет, конечно же. 11.13. Надо в 13 минут уже как бы... завершить этот уровень. Найти все, собрать все и ну да, завершить все. И дамагу бы еще где-то побольше найти, а то что с дамагом как-то не очень. Дэш атак! Получился. Темпренси. Полезнейшая вещь. Спасибо, не надо. Хорошо, большая комната. Возможно, что-то примыкает к ней. К ней примыкает ничего. И знаете что, мы даже не будем тратить время, свалим отсюда. Спасибо, до свидания. А тут что? Давай, на шипы, заходи на шипы. Ну вот что это за... У него же неправильное поведение у этого монстра. Он сделан специально, чтобы тянуть время, чтобы не успеть на этот чудесный босс Rush. Ну а как еще это квалифицировать? Вот когда он сработает? Откуда я знаю? Специально к нему надо отойти, подойти, что еще сделать там? Поклониться... прошептать пароль. Я не знаю, что он хочет. Отвернуться от него, не стрелять в его сторону. Вообще не нажимать выстрелы. Тогда, может быть, он откроется. Что? Кто вообще такое ему придумал поведение? Пилюлька. Tears down. Вот сейчас обидно. Вот такого нам не надо. А секретную комнату откроют? Конечно, не откроют. Мы их убили всех. Какая секретная комната? Большая комната. Ё-моё. Серьезно, что ли? Ну, хоть монетку дали. Ну, типа, это полезно. Опять тупик же. Вот знал бы, что там тупик. Да не пошел бы я сюда, не в жизнь. Да знал бы я, что тут мини-босс и тупик. Да ни за что бы сюда не пошел. Нет. Ходи. Радуйся жизни. О, классно. Радуюсь. Все круто. Ну, по итогам все-таки сюда. Конечно, заденет. А чё нет-то? Спешишь теперь? Вот теперь ты начинаешь спешить. О, это весело. Когда спешишь. Ну что хоть тут дадут-то? Такое ни о чем. Не, вещь хорошая, в общем-то. Если тебя не задевает в этой комнате, у тебя будет какая-нибудь аура, что-то повышающее. Глянем, что дают. Может, таки что-то хорошее. Таки что-то дают. Ну, так прямо, чтобы хорошее не сказать, но неплохо. Ключики. Прелестно. Все чудесно. Нам вот просто сюда надо. Просто вот сюда.
Ну и все. И вот мы нашли то, что нужно. С опозданием, считай, на минуту. А то и больше. По-моему, слезинки стали больше, нет? Мне что-то показалось. Это аура начала работать. Ах, это аура. О как. Сломанные часики, конечно, берем. Все остальное, конечно, не берем. Пошли бить босса. Бить босс? Это Гурди. Ах, ты гаденыш. Или... гаденыш шиха. Гаденыш будет. Так, 14.30. Ой, грибочек повышает все характеристики. Вот просто все характеристики повышает. Идем дальше. Ну, главное это у нас дамаг и плюс одно красное сердечко. Чего еще надо? Чего еще хотелось бы? Это нет, сюда нет. Когда есть полет, все легко и просто. Сразу получается, когда есть полет. Ну-ка, взорвите, пожалуйста, этот камушек и дайте нам... Почему-то бомбы выдались. Ну ладно. Ой, замедлялка. И мы нашли комнату с артефактом. Это хорошо, в общем-то. Что за уровень? Уровень, подождите, это уровень еще только пятый. Ой, какая хорошая вещь. Сейчас мы всех просто электричеством задушим. Хе-хе-хе-хе. Не часто попадается такая вещь. Да не еще и самонаводящиеся, считай. Отлично. Ой, замедление. Прелестно же. Так, но нам что теперь? Найти бы магазин? Или подождите, магазин-то нашли или это было в прошлом уровне? Магазин мы еще не нашли. Two of Spades, хорошо. Тут, возможно, секретная комната, но не факт. Но это не точно. Магазин? Нет. Порталы? Да. 15.40. Эх, какой-то рыбий хвост, спасибо, не нужно. Некий сундучок с непонятно чем, магазин. Я не знаю, где магазин, он где-то вообще далеко. Может, не надо к нему? Давайте мы не будем ходить. Нет, надо зайти в магазин, все-таки 49 монет, это не просто так дается. В общем-то, босс-раш это такое, можно и не успеть. Проблема не в этом. Грибочек, стоит ли его взять? Наверное, нет. Ну, где ваш магазин-то? Ой, да ладно. А еще бы дальше куда-нибудь засунуть нельзя было? В этом магазине хаос. Давайте нам хаос. Теперь все будет хаотично. Что-то предлагают. Magician. Вещь хорошая, но ладно. Ключик там остался. Ну, да уже ладно. Монетка, ну, извините. Возвращаться туда-сюда не буду. Нам еще надо успеть пройти следующего босса. В следующем уровне, да еще в этом надо пройти успеть. Все ведь сложно. Стоп! Вниз, вниз, вниз. Здрасте. Ну, такой себе босс. Говорится, сам виноват. Что дурак. Книга отстоя, которая не нужна. Тут нам предлагают вообще черти что. Надо ли это брать? Без понятия. Нет, конечно, не надо. 16.54, 17. В принципе, мы можем успеть. Это же уровень мамашин. Curse of the Blind. А значит, мы не видим, какие артефакты. Прекрасно. Именно этого нам и хотелось. Именно вот тут, где нам нужно знать, какие артефакты... Нет. Вы не узнаете, какие артефакты. Гулп. Может, тут хотя бы бомба есть? Фу, секретная комната. Конечно, нет. Чего вдруг? 17.16. В 19 надо быть у мамаши. Ну, возможно, 19.30. Я думаю, за 30 секунд можно с таким дамагом хорошо все затащить. Телепортер, конечно. Конечно же телепортер. Как же без него же? Карта. Джокер. Ой, как интересно. Возьмем лучше карту Джокер. Хотя нет, чё. Мы ее тут оставим? Возможно, не тут. Надо будет вернуться за Джокером. За Джокером-то надо будет вернуться. Телепортер выкинуть-то надо. Блин, что такое? Где же эти все боссы-то лежат? А ну как тут секретная комната? А ну как в ничего нехорошее? Ну, деньги, не то чтобы это плохое. Возможно, все-таки вниз надо было идти. 58, 18. Тут хорошо, тупиковый сегмент. Значит, все там будет разложено где-то выше. Выше справа. Надеюсь, тут не будет никаких уже ответвлений. Какая интересная комната с двумя ключами. Это на самом деле, ну,
Куча сундуков, ладно. Да, в общем, чтоб просто сюда не заходить, заберем и быстрее дальше. Давай, не тупи. Наша задача добежать до мамаши. Вот что сделать и успеть ее убить. Магазин. Ну, конечно, конечно, магазин, глянем. Что ты такое? А ты что такое? Как вообще это попало в магазин тут у них? Ладно, все это мы посмотрим потом. Надо успевать к мамаше. А вот и даже комната с артефактом, которая оказывается ящик Пандоры. Открой что-нибудь. 5 миллиардов денег. Как бы это классно, но нет. Задето. Ну, что я сделаю? Задето и задето. Ну где она? Отлично. 19-13. В целом должны успеть. Ха! Замедление. Отлично. Вообще здорово. Не здорово. Я взял пилюлю. Ёшки-матрёшки. Я взял пилюлю вместо... Блин, что ты такое? Динер. Пилюля Bad Trip. Зашибись, все просто, как я и хотел. Конечно, нет. Ладно, придется это все проходить теперь. Ну блин, как я потерял карту и взял пилюлю из-за этого дебильного магазина, в котором мы купили что-то. Обалдеть. Обалдеть, так все хорошо начиналось. И еще там столько всего стало, типа, вернусь. Вернулся? Ну да, вот дамаг, конечно, есть, но надо больше. И что он умеет-то? Харе! Да, вот так, сдувайся уже. Ой, какая пакость. Вот это уж пакость, так пакость. Эй! Как его отодвинуло-то на нас? Обалдеть, ананас. Ананас отодвинуло. Здорово. Ну, хорошо, в смысле плохо. Сейчас будет падать сверху монстро. Миллиарды бомб, непонятно откуда. Это же всадник войны их подогнал. Ну, хотя бы бомбами забил. Слышь, ты забил бомбами. Следующий. Задето-то, опять задето. Хватит задевать-то. Блин, вот так погореть на ровном месте. Опять задето. Так, надо толстяка первым, потому что он опаснее. Ну, тут все опасное. Об что? Об красную фекалию. Обалдеть. Сердечко выдадет кто-нибудь? Судя по всему, нет. А, конечно, всадник смерти, которого надо было в первую очередь дамажить. Вот его в первую очередь, потому что... Ну, он же зло. Опять косой задето. Прелестно. Блин, так все хорошо было. Зачем этот босс-раш? Ну, блин. Как так? Боже ж ты мой. Потерять чудеснейшую карту. Взять, что я ему взял-то? Повышение здоровья. Ну, это, конечно, классно. А потом Bad Trip сразу. Вот здорово было. Повысили здоровье, что называется. Так, с этим разобрались, а с этим? А с этим нет. Кто следующий? Да ладно, насколько частей он еще развалится? Каждая при развале выстреливает еще. Окей. Ой-ой-ой-ой, опасность. Кто второй? Кто второй? А, вот кто второй. Ну, такое. Ой, здрасте.
Как будто я уже такую штуку видел сегодня. Чем какой-то неубиваемый. Неубивабельный. Дальше. Ангелы пошли. Да ладно, задел все-таки. И еще один. Кто там летает? Что за гаденыш там долетался? Следующий. Что задето теперь? Да ладно. Мы дошли. Вот это нужнейшая вещь. Именно с ней-то мы и затащим. Камня с крестиком. Нет, ничего нет, половинка здоровья, выйти отсюда нельзя. Обалдеть. Это какой-то провал. Но может мы наберем красных сердечек по прохождению дальше. Было бы хорошо. Тут вообще что-то полезное получить. Ключик, монетка. Все здорово. Правда, тут есть секретная комната? И в ней что-то хорошее. Красное сердечко. Вот хорошо. Это действительно хорошо. Может, в грибочках какая-нибудь пилюля, которая... Какая-нибудь пилюля? Нет. Никаких пилюль. Ну, и где красные сердечки? Нету. Плохо. Вот что нам надо. Отлично. Хотя бы теперь 4 красных сердечка. Это радует. Конечно, тут ничего нету. Что бы тут могло еще быть? Отлично. Сердечки есть. Но на всякий случай можно будет вернуться и пополнить запас здоровья. Наверное. Внезапная пилюля. С эффектом чуток меньше харя. Ну, хорошо. Там еще была куча пилюль, которых мы оставили в том уровне из-за глупой ошибки с картой. Вот сейчас вспомнишь, аж прям больно становится. Да нет, ерунда на самом деле. Все это на самом деле ерунда. Просто интересно, как эту ерунду можно пройти. Ну, хватит плеваться. Выходи, тут друзья. Тут же кругом друзья. Тупой. Какие ж тебе друзья? Так, ну вниз, наверное. Ой-ой-ой, задето. Не задето? И хорошо даже. Так, а вот это нехорошая пилюлька. Она мне не нравится. Больше не надо. Меньше, да, больше. Не-не-не. Еще камень с крестиком был, но что-то его не наблюдаю. То есть его нету? Получается, что нету. Ладно, нету и нету. Опять деньжище. А и оказался тупик. Подождите, там не было камня с крестиком? Вроде нет. А, что тупик-то? Стоп, а вот это что за комната такая? Больше места для пилюль. Ну и пилюлю дали. С уменьшением дальности стрельбы. Вот одна пилюля, другой краше. Зачем? А ну-ка, может, тут что дадут? Камень с крестиком. Конечно, он нам вместо здоровья выдал бомбу. Нам же не хватало именно бомбы. Проблема была... В бомбе была проблема. Так, что еще? Камень с крестиком, может, где-то тут есть? Я не наблюдаю пока что. Ладно. А вот уже и босс. И, наверное, тут секретная комната. Уж очень место красивое. Самое оно для такой секретной комнаты. Ну да, это еще не мамаша, это просто всадник.
За него, кстати, могут что-то дать хорошее. Вторую часть защитной орбиталки. Отлично. Вот хорошая, так хорошая. Теперь бы до мамаши добежать еще как-нибудь. Чтобы знать, куда тут бежать. Чтобы еще видеть, например, ту, что если камень с крестиком, но не видно же. Тупик, конечно. Значит, в большую комнату. 100% в большой комнате что-то должно быть. За большой комнатой. Ничего не вижу тут, что творится. И ну и не надо, значит. Еще одна большая комната. Ну уж, наверное, за ней точно что-то есть. Задето. Все сдохло, так им и надо. Может, сердечко? Да, красное сердечко. Безусловно. Как ни странно, тут можно пройти дальше. Ну, давайте глянем. И тут тупик. Вот это сейчас... Зашли. Вообще, это что за тупик такой? За тупик какой-то. Ладно, предположим, что вот сюда надо было идти. Это вполне может быть. А теперь куда-нибудь вниз. И тут опять тупик. За тупик. Что ж творится-то такое? Как же тут угадывать, куда идти? Без карты-то. 29. Я не знаю, 30 секунд там может не хватить-то на мамашу. Ну давай уже! Ах ты, ёшки-матрёшки. Где тут босс? Который тут босс? Да ладно! Что, серьезно? И не сюда, конечно же. Конечно, не сюда. 29-21. Что, здесь где-то? Естественно, здесь. Через 100 веков мы найдем вот этот босс. 29-27. Давай-давай, всех добивай. Всех добивай. Хоп. Задел. Как задел, так и отдел. 54, ну успели же. К Blue Womb успели, только вопрос зачем. А вот это мы сейчас увидим. Я не уверен, что мы пройдем Blue Womb вот в текущем состоянии, но может что-то выдадут классное. Например, 99 бомб. Нет, это не нужно. Вот это можно взять, маска, это классно. Камень с крестиком мы тут положили, но чего нет, того нет. Дальше. Хаотический отстой, вот камень с крестиком как раз. Возьмем и токсические бомбы. А бомбы у нас, по идее, должны исцелять. И вообще-то 99 бомб была бы неплохая идея. Но бомбы токсические. У нас же пироманьяк был в наборе где-то. То есть, если что, можем подлечиться бомбой. Усиление дамага. Хорошо. Неведомая чушь. Не надо. Предательство возьмем. Так, и тут что? Ключик, который позволяет всякое, но нам не нужен абсолютно. А вот помощника, который всех дамажит, можно взять. Карта. Джастис. Давай, Джастис. Не очень карта, но какая есть. Ключ. Я не уверен, что поможет. Бомбу купим. Взорвем кипера, потому что, наверное, не надо было взрывать кипера. Оставить больше бомб. А вот, собственно, и вся фишка. С этим идти потом бить. Я не знаю, что у нас получится. Но давайте пробовать. Да, я бы еще хотел выкинуть эту пилюлю, потому что она мне вот... Я ее выкинул. Как вы заметили, я постарался. Это что, замедлялка включилась? Ну, шансы крайне увеличились. С замедлялкой это веселее. Однозначно веселее с замедлялкой, чем без замедлялки. Теперь-то заживем. Мы же и так можем стрелять. И тоже будет дамажить. Но это немножко не тот дамаг. Давай. Прелестно же. Вот они до сюда не долетают. Не долетают. Хватит долетать. Все. Стоп. Как насчет бомбы? Вот это сейчас обидно было.
Сука, бомба токсическая. Все ли там сдохли мухи? Не знаю. По-моему, им начихать на токсическую бомбу. Или она не настолько токсическая, чтобы прямо от нее сдыхать. Ой, как неудобно-то. Хоть и замедление, но как-то летит оно все далеко у него. Вот сейчас обидно. Хотя что? Хоп, подлечились. Подлечился, побежал. Он с делириумом-то такой-то, делириумом так-то не прокатит. Там-то все по-другому. Там-то все по-настоящему. Это тут фальшивка какая-то. Куча, кстати, красных сердечек. Это откуда? Только чтоб белых вот этих молний не вызывало, оно было в разы лучше. Ну чё, давай, давай, давай. Боится. Осталось ему процентов, ну, 15-10. Ой, как они вообще замерли на месте стоят. И что, они так будут долго стоять. Так и выкинуло. Все сдохло. Фух. О как. Дзинкнула монетка. Даже монетку дали. Да, но... Что нам надо взять? Что мы не взяли? Тут мы все взяли. Камня с крестиком, конечно, нет. Откуда он тут? Тут тоже ничего такого нет. Тут мы все, что можно, купили. Разве что взять ключик. Ну, зачем? Он бесполезен, в общем-то. Купить ключик? Это тоже особо не нужен. В общем, ладно. Окей. Не знаю, как вот с этим мы будем стараться пройти. Ну, как-то будем стараться пройти. Заходи давай. Заходи. Да что ж такое-то? Во. Втянуло таки в делириум. Или по-нашему это безумие. Curse of the Lost. Мы не видим карты. Да что ж не так-то? Это-то за что нам? Тут не видеть карту, это, ну, это ж совсем уже какой-то позор. Как вот, куда я пошел? Не пойму. Вот, по-моему, отсюда мы и начали. Нет? Непонятно. Ну и все, это тупик. Отлично. А бомбы-то тратить лишний раз тоже неохота. Они очень-очень даже пригождаются. Поэтому не будем их расходовать на поиски секретных комнат, потому что ничего все равно не найдем толкового. А там попадется, ну скажем, плюс 9 монеток. Отличная секретная комната. На уровне, где уже оно не нужно, эти все деньги, в принципе.
Но лично я в данном случае был бы за то, чтобы найти не сразу делириум, а, ну, скажем, так, есть белое сердечко. А скажем, где-то через всех боссов пройтись, пособирать всякие ништяки с них, а вот тогда уже только к делириуму. Это было бы хорошо. Еще бомба. Там был камень с крестиком. И вот тебе первый какой-то босс. Надеюсь, это еще не он. Так, но может он, поэтому все-таки камень с крестиком давайте взорвем. Хоть одно, но серое сердечко. Ну, что не говори. Нет, это всадник войны. За не что его дадут-то за него? Надеюсь, не третью часть орбиталки. Нет, дают. Да что это такое? My Shadow. Там может появляться черный червь, который будет всех хавать. Ну, это неплохо. Но это немножко не то, чего хотелось бы. Но плюс в том, что... Кто это за пилюля? Bad Trip. Хорошая пилюля. Только давайте мы ее выкинем подальше где-то. Пошла вон. Так, значит, тут мы побывали. Побывали. Тут. Побываем. Ну, прекрасно же. Два серых сердечка. Муха. Какая муха? Которая летает по периметру. Даже не знаю, с точки зрения делириума, но может как-то и не очень. Тут мы все обосмотрели. Тут тоже отсюда мы пришли, там мы были. Белое сердечко, которое неизвестно, что с ним делать. И тут тупик внезапный. Отлично же. Так, может что-то тут? Отсюда мы вроде как пришли. Вот, это стартовая комната. Синенькая, надо ее запомнить. Ёшки-матрёшки. Все просто вот, все против нас. Это тут такая комната, что, блин. Ну, глаза ставить, бьющие лазерами в комнату, такую, по-моему, не стоило. Ну да, впрочем, ладно. Так, что дальше? Неведомо что, и... Еще бомбы, хорошо. А вот как насчет, ну, скажем, камня с крестиком? Нет. Опять эта пакость. До свидания. Вот и белое сердечко, которое надо пойти взять. Там еще одно было где-то за синей комнатой. Где-то дальше, я не помню где. Отсюда, дальше, 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 наверх. Наверное, да вот... Нет, не тут. А где же она? Где же оно? Да блин, было же белое сердечко, я помню. Как тяжело без карты. Ну, точно, вроде бы не туда. А мы тут только что были. Что, здесь где-то? Все, потеряли белое сердечко. Дожили. Вот оно, нашлось. 5 красных сердечек. Да, это хорошо. Считаю, это очень неплохо. Все-таки нам бы еще одну защитную орбиталку в стиле муха. Очень бы помогло. Я, кажется, запутался, куда мы пошли. Ну, ладно. Так, вот тут мы были, все правильно. Так, наверху. Тоже были? Что, мы тут везде были наверху? А вот не везде же. Ну, ладно. Не, ну тут может тоже быть сердечко быть в одной из этих фекалий. И даже бывает серое. Нету. Могло бы быть белое, кстати. Тоже такое бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В этой комнате полезного может быть только то, если вдруг есть камень с крестиком. Но что-то его не наблюдаю. Вывод его тут нету. И там босс внизу, я вижу. Это лэмп. Внезапный лэмп. Который вот такое выкидывает.
А ну прекрати такое выкидывать. А мы же можем его убить мухой? Можем, но это как-то не совсем весело. А взрывы-то нам безопасны. А, ну можно бить мухой. Хотя ладно, чё. Чё как не родные-то, мухой. Только чтоб не крутил. Ой, чё начинается? Это делириум начинается. Безумие! И за это все получаем муху. Еще одну муху. Атакующая муха. И собрали мы повелителя мух. Теперь у нас что? Три мушиных артефакта каких-то. Но последние два были мухи. Еще где-то была муха, значит. Да, и шут с ней. Теперь куда? Наверх. Вот если бы замедление на делириуме сработало, это было бы хорошо. Ну-ка, камень с крестиком порадует нас серым сердечком. Хорошо. Нет, это триахнит, за которого дают маленький рог. Во, иногда вылетает злобная какая-то вообще слезина, которая дамажит, как атомная война. Ну-ка, еще давай серых сердечек. Одно, к сожалению, ну, хотя бы одно. Пилюлька с эффектом. Феромоны, ни о чем, конечно. Локи. Так, это уменьшение размера и увеличение скорости передвижения. Такое. Опять пилюлька B3 попалась. Зачем? Выкиньте ее подальше. Тут комнаты кончились. Правильно же, мы сюда сходили влево-вправо. По боссу, так сказать, по одному, по второму разбили. Этого босса тоже снесли. Значит, что? Идем дальше сюда. Тут еще один босс. И уже, возможно, тот самый. Ну, не факт, но возможно. Нет, еще пока нет. Призовые бомбы. Ну, это хорошо. Их стало больше. Это во-первых. А во-вторых, после их взрыва может что-то оставаться хорошее. Ну, например, сердечки. Это же уже будет хорошо. Да ладно! Слезище убило каменную башку. Вы видели вот это, которое от черного рога? Ничего себе. Обалдеть. Ну, это я сейчас вот глупо сделал. Можно было вернуться нормально. Но она тупо его снесла, эту каменную башку. Чего раньше не наблюдалось? Белое сердечко. Ни о чем, но пусть полежит. Вдруг мы еще одно найдем каким-то странным образом. А ну-ка, где это слезище? Что она еще разбивает? Ничего, камни она не пробивает, но каменных бошек убила же. Ключик, окей. Может, вниз? Внизу, похоже, тупичокс. Так, там у нас все исследовано. Теперь только вправо остается. Ой, да ладно, еще серое сердечко. Спасибо, спасибо. Еще одно красное сердечко. Вот это другое дело. Это уже похоже на какой-то сбор... К делириуму. Мы готовимся к походу в делириум. В безумие. Похоже, вот это он уже и есть. Так, пилюлька. Range down. Вот спасибо, не надо. Tears down. Как не одно, так другое. Слушайте, такое подсовывать. Таким же надо быть. Каким распоследним делириумом? Пошли к делириуму. Это уже он. Это уже он. И, собственно, сейчас мы будем пытаться его таки добить. Дамагу, в общем-то, не так, чтобы много. Но потихоньку дамажит же. Это не может не радовать. Экс. Прелестно.
Ой-ой-ой, глазищи, только не глазищи. Задето. Два раза задето. Весьма неплохо. Похоже, этими своими достает кругами. Просто невероятно. Ого! Магия отстоя. Серое сердечко внезапно откуда-то. Ну, я не против. Да как он так телепортнулся-то назад-то? Это нечестно. Впрочем, какая честность? Это же безумие. Тут все нечестно. Да вот как же ж тебя тут было мне понять, что ты тут? А теперь ты опять как? Да ладно. Ну, будем лечиться? О, да, так мы вылечимся. Ой, серое сердечко. От призовой бомбы, наверное. Он так успевает быстро попасть-то. Нечестно. А ведь вот это же должно считаться как удар взрывной, то есть бомбы, который должен исцелять, но нет. Получай по морде. Нечестно. А почему два монстра? Это, по-моему, перебор. Да достали уже. Ну вот червь ползает. Почему бы ему не атаковать делириума? И выбирает же тех боссов, которые распадаются на части. Здорово. То хватит уже. Эй! Тут-то кто задел? Да ладно. Каких два-то? О, неужели добили?
И вот черви ползают, даже не пытаются его атаковать. Что за ужас? Какие-то неправильные черви. Это не наши черви. Ну ладно. Все равно досталось на халяву, типа. Сильвер доллар. Теперь у нас есть серебряный доллар. Воу, мы разблокировали серебряный доллар. Да, и это все мы тоже видели. Ну, какой-то уж совсем был сейчас тяжелый бой с делириумом. Но ничего другого нам предложить вам нечего. Ничего другого мы вам предложить не можем. Вот так вот хотела сказать, но, как всегда, запутался. Все, Каин прошел. Больше мы его в этом плане не трогаем. Делириум в нем отмечен. То есть бумажечка помятая и в кровище. То есть на харде пройденный делириум. Прелестно. О, сколько нам еще открытий чудных готовит. Ох, сколько нам еще их готовит. Тут я даже не знаю, боюсь смотреть. Самое злобное, это я вот тут боюсь смотреть. Кипер у меня еще тогда не пройденный, а тут он вообще будет, боюсь, совсем не пройденный. Ну, впрочем, такое. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!